Воспитанники студии эстрадно-цирковой пластики «Волшебная страна» стали победителями трех престижных конкурсов. Юные артисты приняли участие в 12-х региональных Дельфийских играх, всероссийском конкурсе «Новые континенты молодых талантов» и международном фестивале «Жар птица России». Победителями, призерами и дипломантами стали четыре воспитанницы Дворца творчества детей и молодежи. Виолетта Кривоногова, Василиса Богданова, Дарина Кулагина и Софья Гурьянова. Все девочки занимаются в младшей группе студии, а есть еще и вторая, где уровень подготовки спортсменок позволяет принимать участие в состязаниях еще более высокого уровня. У нас есть старшая группа, концертный состав. Это очень уже титулованные дети, можно так сказать, потому что они ездят много по конкурсам, по самым разным городам. И конкурсы это очень серьезные. Туда попадать только по предварительному отбору, по специальному приглашению. В октябре и ноябре мы уже успели побывать в Перми, Новосибирске и в Фантомасийском округе. 23 ноября воспитанники студии завершили выступление на межрегиональном фестивале-конкурсе любительских цирковых коллективов «Звездная россыпь». В Санкт-Петербурге ребята представили три номера. Каждый вошел в тройку призеров. Номинации «Воздушная гимнастика» на оригинальном снаряде «Нота». Второе место заняла Влада Антонова. Следом с номером «Моя звезда» расположилась солистка коллектива Юлия Степанова. Еще один диплом о втором месте у Богдана Андреева в номинации «Жонглирование».